ее хорошо достаточно изучили. Я и в прошлом году, когда она играла в премьер-лиге, очень много смотрел за этой командой. Игорь переживал за нее, так как они выходцы из ФНЛ, где мы вместе много работали, играли. Конечно, бесценный опыт. Год игры в премьер-лиге многое дал футболистам. И они научились прежде всего наказывать соперника за те ошибки, которые по меркам ФНЛ еще они проходят, можно простить. Вот сегодня Газовик наказал нас за подарок. Потеряли, я считаю, несложной ситуации мяч у своих ворот. Быстрая атака, удар получился. И отсюда результат. Я бы не сказал, что Газовик владел сегодня таким колоссальным, тотальным преимуществом. Достаточно равная игра. Чуть-чуть побольше давления, как и положено классной команде со стороны хозяев. Но в целом они нас наказали вот за этот единичный случай.